Поисковому отряду «Подвиг» исполнилось 10 лет. Его создали студенты, и спустя десятилетия он продолжает объединять общие идеи молодежь. На торжественном мероприятии, посвященном круглой дате, побывала наша съемочная группа. Поисковый отряд «Подвиг» был создан в 2005 году студентами юридического факультета. Сегодня он работает на базе ОМВД при Совете ветеранов. И каждый год в апреле ребята выезжают на места бывших боевых действий и поднимают из земли бойцов Красной Армии. Я считаю, что это и большая честь и ответственность принимать участие в таких вахтах, потому что это память, ее нужно чтить. Поисковики выезжают в места наиболее кровопролитных боев. Это Новгородская и Смоленская области. Работать приходится в тяжелых условиях, на холоде и в грязи. Но каждый поисковик знает, для чего это нужно. Останки солдат поднимают, чтобы по-человечески, с почестями их захоронить. А если удается найти медальон и прочитать его, то ищут родственников погибшего бойца. Наша первоочередная цель – найти солдата, найти медальон при нем, ну и естественно, да, как только находится медальон или любая другая вещь, будь то ложка, котелок, кружка или что-то еще, на чем боец мог нацарапать свои фамилию, инициалы, естественно, работа начинается. За 10 лет работы поисковому отряду «Подвиг» удалось поднять более 170 останков воинов. Найдено 20 медальонов. Не все из них удалось прочитать, для этого нужны специальные технологии. Этой весной ребята вновь отправятся на новгородскую землю, уже на международную вахту памяти, где с такими же, как они, добровольцами будут вырывать у войны имена героев. Юлия Шалаева, Валерий Никулин, «Вести», Киров.